does not belong to you. Leave this realm immediately. Всем привет, с вами Павел, и мы начинаем проходить новую игру «Мифические чудеса. Философский камень». Так, а чё тут даже нет ни настроек, ничего, что ли? А, вот, есть опция. Так, давай сразу музыку чуть потише. И голоса вообще уберем. Вот, кстати, озвучку надо убрать. Вот так вот. Окей. Это последняя часть Fantasy World Bundle, который в Steam сейчас идет на распродаже. И также представляет из себя point and click игру, казуальщина сплошная и что-то такое с приключениями связано. Ну что ж, поехали смотреть, что это. Так, у нас, как всегда, две главы, философский камень и страж. Ну, погнали, философский камень. Обычный, повышенный, эксперт, свой. Короче, повышенный ставим и все, и не запариваемся. Нет. Какой страшный кошмар. Я видел дядю Альфреда. У меня недоброе предчувствие. Нужно позвонить ему и убедиться, что все в порядке. Почему он не отвечает? Что-то здесь не так. Я должна увидеться с ним. В течение последних месяцев я помогала дяде с одним странным устройством. Он сказал, что это портал, новые неизведанные миры. Мы собрали его по чертежам, найденным в одной древней книге, но не смогли активировать. Я надеюсь, дядя Альфред в порядке и не натворил глупостей. Я да предупреждал его, что нужно быть осторожным. Кто знает, что скрывает портал? Странно. Мы вроде убирали опции. Ну и где вот озвучаний нету? Вот я убрал озвучку. И громкость голосов убрала, они есть. Странно. Ай, ладно, одно и то же рассказывает тут. Так, что-то есть. Какие-то записочки. Оу. Что за синий цвет в доме? Синий цвет, может, свет? Какие-то переводы такие странные. Так, что-то еще тут. Часть кода. Я вижу что-то, но не могу дотянуться. Окей. Я не знаю код, а вот что-то отклеить нельзя. Так, значит, где-то еще код есть. А, вот и код. Ну, закрыто. Понятно. Ящичек. Ключик. Так, открыть. Кабинет. А что-нибудь еще есть тут? Нет. Зайдите в дом дяди. Вторжение. Что здесь происходит? Кажется, портал был активирован. Кажется, да. Так, что-то нашли. Сюда пластинка, походу, нужна с ручкой. Окей. Будем искать пластинку с ручкой. Шашки. Вот эти шахматы какие-то непонятные. Так, ладно. Сороконожка, метелка для пыли, пирамида, динозавр. Что-то все так... Аж глаза разбегаются. Яблоко, ну и что? Вот яблоко. Плесени здесь нет. Почему здесь плесень вообще? В чем? Правило 3 секунд.
Метелка для пыли. Пирамида, микроскоп. Пирамида, микроскоп. Шприц, артефакт. Так, нужен ключ, да? Дайте-ка угадаю. Что, не подойдет? А, вот, наверное, подойдет. Глава кружится. Сколько всего? Да ладно, успокойся, сейчас разберемся. Так, шприц, яйцо и лупа. Яйцо и лупа. Ручка отсутствует. Отлично. Как всегда, где ручка? А как я вот мог догадаться, что там просто написано яблоко, что там плесень должна быть на нем? Гениально вообще. Так, лупа. Где-то ручка должна быть от лупы. А где она? Вот это что ли? Правило 3 секунд. Найдите 3 объекта. Поздравляем, вы нашли артефакт. Он будет с вами до конца путешествия. Когда соберете другие его части, узнаете, что с ним делать. Нажмите для продолжения. Спасибо. Да и, конечно, хочу пропустить обучение. Чего компристали? По этим чертежам мы построили портал. Окей. Угу, артефакт. Хорошо. Так, давайте осмотрим портал. Кажется, этот артефакт реагирует на портал. По всей видимости, они как-то связаны. Угу. Куча локаций. Ого, портал открывается путь в другие миры, но выглядит весьма нестабильно. Думаю, чтобы стабилизировать портал, нужно найти правильную последовательность символов. Ну, конечно, символов у нас нет. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Ручки нет, ничего нет. Хорошо, что здесь еще может быть? Так, ага. Ну, это явно отсюда. Так, вот здесь ящичек еще есть, пластиночка. Так, ломик. Между прочим. Так, ну ладно, давайте пластиночку сначала хотя бы. Нет, не поможет. Так, ну я что-то больше ничего не вижу. Так, выход из дома. А, вот здесь вот может быть ломиком достать. Собственно, вот и ручка. Так, давайте пластиночку заведем. Моя дорогая Эмма, наконец-то я нашел способ активировать портал и сделал это. Прости, но совсем не могу ждать твоего прихода. Я собираюсь войти в портал, но прежде оставляю тебе это сообщение на случай, если со мной что-нибудь случится. Я скоро вернусь, и тогда мы сможем вместе исследовать его. Подождите, почему у нас опции? Может быть, так включить? Громкость голосов. Что вообще происходит? Почему? Я вроде звук убрал. Так, три. Ну, очевидно, это здесь. Очевидно, так. Так. Быстрый ум, пройдите игру менее за... чем за минуту. Так, ну, собственно, наверное. Давайте угадаем. Этот символ последний. Это один из первых трех. Это не первый и не второй. Значит, третий. Это не первый символ. Значит, вот этот первый. Потом вот этот. Окей, так, подождите. Нет. Вот такая штука, где она? Вот она. Есть. А, не первый и не второй. Это не первый, значит, вот этот буковка М какая-то с топором. Где у нас М с топором?
Еву? А, вот же. А, неправильно, да? Этот символ идет за вторым. А, нет, все правильно это. Он идет за вторым, все верно. Значит, он третий был. Так, это последний, значит, вот такой вот. Следующий. И вот такая штукенция. Все гениально и просто. Так, какой-то корабль. Кроличья нора. Что здесь произошло? Где я? Найти дядю. Уходи, здесь тебе не место. Корабль с сокровищами. Так, осколочек какой-то. Еще что-то надыбали. Так, трубка. Здесь что-то не хватает. Кремень огнева. Так, ну здесь какая-нибудь шестеренка и ручка должна быть. Сад. Ну, давайте корабль сначала осмотрим. Ой, как тепло-то. Тут все светло-то прям. Здесь слишком темно. И артефакт не сработает. Хорошо. Птичка. Здесь чего-то не хватает. Семечко, ведро. Так, ага. Щипцы. Так, трубочка. Садовые ножницы, рубильник. Тук-тук. Есть кто дома? Так, ну здесь очевидно нужна вода. Да чё-то да пригодится. Так, что здесь еще можно приватизировать? Так, ну очевидно сюда семечко сажать надо будет. Так, электричество не работает. Ну, хорошо, не работает и не работает. Ща нам. Значит, включим когда-нибудь. Так. Ага, собственно. Что-то такое, здесь что-то не хватает. Нет, ну это явно не шестерня. Кремень огнева. Так, значит, надо штуку какую-нибудь найти еще. Так, подождите, а вот точно на полу лежал. Ага, отлично. Код для портала. Ой! Я нашла брелок. Какой? Чё мы нашли вообще? Какой брелок? О чем? Какой-то брелок нашли вообще. Так, ну ладно. У нас большое дерево. Ты весьма настойчив в своих поисках. Пока я здесь, ты не получишь камень. Вам, ворам, здесь не место. Я прослежу, чтобы вы не смогли пройти дальше. Блин, надо. Цель добавлена. Убрать корни с ворот. Окей. Очевидно, надо какой-то, наверное, молоток, топор. Или что похлеще. Так, лопата. Угу. Нужно как-то разжечь огонь. У нас где-то огнева было, нет? Отлично. Сюда можно что-то присоединить. А что? Я так подозр... А, вот котелок есть. Отлично. Мне нужна вода.
При наличии рецепта здесь можно что-нибудь приготовить. Отлично просто. Только на рецептов у нас нет. Что-то как-то все методом научного тыка нашли. Так, ну ладно. Сорняки. Так, садовые ножницы. Давайте от сорняков тогда избавимся. Отлично. Так, цветочки всякие. Так. Какие-то кузнечики тут. Так, молоток. Почему-то шарахнуть надо. Почему? Отлично. Так. Что-то отрезать надо. А что? Это здесь не работает. И здесь это не работает. Это вообще нигде не работает, да? Нет. Не хватает лепестков. Ага. Значит, надо лепесточки еще пособирать. В почке что-то спрятано. Как мне избавиться от шипов? Ну, очевидно, что вот так. Так. Так, листик. Вот так. Вот так. Какая-то еще букашка цветастая. Вон она, кстати. Так, и, собственно, здесь надо лепесточки где-то поискать еще. Все. Часть музыкальной шкатулки. Супер. А где музыкальная шкатулка? Ну, ладно, ладно, че. Так, а здесь ничего не лежит? Вот ничего не лежит. Ну и ладно, не больно-то и хотелось тогда. Наверняка это дерево очень старое. Ну, наверняка. Так, у нас есть шестерня. По-моему, вот сюда нам это подойдет. Во-первых, шестерня. Рубильник. Отлично, заработало. Так, мы что-то открыли. Церебрус. Церебрус, так церебрус. Пойдем в церебрус. Ой, привет. Отойди от меня. Да я не хотел тебе подходить. Так. Взять ключ. Ага. Все, если бы все так просто было. Один из валов отсутствует. У нас его нету. Так. Свет освещает путь. Этот рисунок артефакта, который я нашел. Магические корни заблокировали проход. Окей, но это я уже и так знаю. Найти дядю. Так, шкатулка музыкальная. Ну ты мой сладкий, спит. Взять ключ. Так. То есть теперь у нас артефакт освещает путь.
Хотелось бы закрепить кристалл. Чем я вам здесь закреплю-то? Кость, семена. Угу. Ну ж явно не лопатой, да? Так, надо что-то найти, значит. По крайней мере, мы уже молоток видим тут. Так. Цербер, дай я свой ошейничек поносить. Так, ладно. Да будет свет. Так, палка. Семечко. Кстати, семечко уже можно, походу, посадить. Так, корабль, русалка, ракушка. Ракушки у нас, конечно, нет, да? Или, подождите. Здесь что-то не хватает. Ну, понятно. Так, что-то не хватает. Здесь циферблат какого-нибудь. Или трубки. Так. Хорошо. Амур. Без лука. Не амур. Отлично. Божья коровка. Так, а что такое тут еще? Цифра 1. 100. Вот так. Что у нас еще здесь? Клевер, брошь, Давид. Так, клевер. Угу. Так, брошь, дельфин, болт. Болт. Дельфин. Где тут дельфин? И брошь. А брошь как выглядит? Вот, по идее, брошь. Так, дельфин. И где здесь дельфин, может быть? Как вы себе это представляете? Я не вижу в упор дельфинов. Так, может быть, он нарисован на чем-то? А на чем? Дельфин. Надо сосредоточиться. Я уже нажимаю на все подряд. Я не вижу дельфина. Зачем маска? Где этот грёбаный дельфин? Так, ну это же должно быть очевидно где-то. Но я его не вижу. Так, ну давайте прям вообще подряд идти.
Так, чашка, корона, ножик, тут какое-то перо, кубок. Да ладно, ладно, не качайся. Так, ручка, утка, нож, маска. Я потерялась, ну-ка еще раз. Да какой еще раз? Я не вижу дельфина. Ладно. Ох ты, господи ж ты, боже мой. Да как ж так-то, серебряная ложка. Это ж кошмар. Так, ага. Так, пробка. Нужен молоток, да? Палка, серебряная ложка, лопата. Ладно. Угу. Так, вот здесь где-то мы семечко какое-то могли увидеть. Так, где семечки-то у нас? Как здесь это не работает? А что здесь работает? Так, а если лопата? Отлично. Зеленые кристаллы. А для чего нам зеленые кристаллы? Кто мне расскажет, кто подскажет, зачем нам зеленые кристаллы? Так, очевидно, вот они. Так, ага. Почему здесь сразу три-то двигается? Там по одному двигается, а тут сразу три. Отлично. Фух, траля-ля. Так, и чё тут нам дали? Выключатель. Так, ну я так понимаю, выключатель это сюда. Ага. Теперь надо найти провода. Синий. Потом вот этот. Зеленый. Красный. И очевидно, что это желтый. Отлично. Мне нужны семена. Ага, вот оно для чего.
Эти растения нельзя брать голыми руками. Еще ложкой нельзя или палкой шибануть. Кость. И чем их собрать? Хорошо. Я вас понял. Надо что-то перчатки где-то найти. Они ядовиты. Так, ладно, пойдем искать перчатки. Или что-то похожее на перчатки. Не могу дотянуться. А если палкой? Рецепт зелья препятствий. Ага. Рецепт зелья. Ага. Вот. Зелье препятствий. Ядовитый послен. Абрус киркозон. Прокипятить, помешать. Нужно найти ингредиенты. Окей, пойдем искать ингредиенты. Нет ингредиентов. Так, помешать, я так понимаю, ложкой надо будет. А, собственно, наверное, вот там эти три травы есть. Ядовитый послен, абрус киркозон. А тут есть какие-нибудь перчаточки, что-нибудь такое? Так, здесь я тоже не вижу ни перчаток, ничего. Портала кость. Это ничем не крепится, да? И ни веревочки нету. Один из валов отсутствует. Где же взять его? Ну вот же вроде какая-то палка, ну почему я не могу поднять-то? Он смотрит на меня, может ложкой выколоть ему тут все глаза. Так, ладно, что еще здесь? А, назад пути нет, хорошо. Так, 3 из 5. Так, скорее всего, значит, где-то что-то еще здесь осталось. Я нашла брелок. Отлично. Что нашел? Зачем нашел? Для чего вообще этот брелок нужен? Крышка застряла. Ну, это очевидно, что молоток нужен. Вот. Ключ от трона. Вот где-то что-то, какую-то мелочь не нашли и не подняли. Здесь нет ничего. Что у нас тут? Череп. Череп, короче, нужен. Русалка, ракушка, рыба, корабль, колесо. Черепа нет. Где-то валяется череп. Вон сколько снастей-то. Взять веревку какую-нибудь да привязать. Thank you.
Ладно, нельзя трогать эти растения, все можно. Так, ну и что делать? Куда нам податься? Мне нужен особый инструмент. Так, ладно. Совет. Вниз. Еще совет. Еще вниз. Еще совет. Кто бы мог догадаться? Здесь это, здесь что-то не хватает. Вот и веревка. Да. Отлично. Сразу пошло дело. Так, там бочка была. Так, синяя краска, пустой флакон. Зачем там краска вообще? Так, ладно. Жемчужина. Что это? Фиксатор вала. Фиксатор вала. Череп. Ну и все как бы просто пошло. Так, теперь нужно их как-то поменять местами. Угу. Так, якорь. А, ракушка, рыба. Отлично. Так, вот перчаточки. Так, хорошо. Идем собирать тогда растения. Эти. Шикардос. Идем варить микстурку. А, зелье препятствий. Ядовитый послен. Абрус. И кирказон. Помешать. И вот так вот. Зелье. А теперь, наверное, это вот так полить. И войти. Угу. Так. Вот явно краски не хватало. Что-то еще не хватает. Наверное, что-то нарисовать надо. Еще краску какую-то нужно. Так, что это? Я хочу... Не хочу остаться без рук. Я вас понял. Так, какой-то код очередной. Балкон. Трон земли. Так, ну давайте сначала на балкон выйдем. Жук. 12 жуков. Не
хватает одного пера. А, собственно, вот для чего перо-то. Так, есть еще жук. Не хватает струны. Где струна? Куда струну дели? Здесь чего-то не хватает. Так, струна. Отлично. И еще где-то тут насекомые. Так, еще два. Так, есть еще один. Вот этот. Муха. Зачем нам муха? Так. Кость нашли. Это что такое? Ломик. Найдите статую совы. Здесь что-то не хватает. Лома здесь не хватает. Ладно. Будем это что-то искать. Мне нужна какая-то емкость, чтобы собрать то, что течет по желобу. Это почерк дяди. Как же он смог активировать портал? Возможно, он изначально знал, как сделать это, но скрывал от меня. Сегодня мы с Эмой закончили портал. Работа заняла уйму времени, но оно того стоило. Все создано строго в соответствии с чертежом, который я нашел. Я не мог ждать и активировал портал сразу после того, как она ушла. Так, больше мы ничего-то не можем взять. Ну да. У нас еще трон какой-то. Так. Здесь линза. Получается, надо линзу туда вставить. Хорошо. Так, миска какая-то. А, вот чашку можно поставить. Здесь вот вроде вот эта штука была. Получить элемент земли. Внутрь надо что-то налить. Хорошо. Здесь чего-то не хватает. А, костей не хватает. Чего-то может не хватать еще. Не работает. Логично. Так, ладно. Чашка. Что это? Здесь что-то не хватает. Что ж у вас все время что-то не хватает? Так, муха. Куда на муху? А, куда на муху? Нам сюда муха. Собственно, во-первых, кость появилась. Зеленой краской. Так, сюда что-то влить надо будет. Так, давайте красочку сюда добавим. Так, еще красный, наверное, да? Найти сову. А, туда двигать можно. Нашел. Так, код от портала. Хорошо. Или вот это сюда надо. Нет, это не сюда надо. Так, ладно. У нас код от портала есть. Пойдемте побалуемся тогда. Так, ясно, понятно.
что-то где-то опять не увидели, что-то где-то опять не заметили. Так, у нас есть лом. Угу. Земля ускоряет рост растений. Хорошо. Ускоряет рост растений. Каких? Значит, наверное, какое-то растение нужно сюда вот принести. Или вот это вообще может быть. Нет? Не хочет расти? Ускоряет рост растений. Какое растение тут можно ускорить? У нас вообще ничего не осталось, походу. Сад. Может быть, в саду что-то? Большое дерево. Оранжерея. Давайте все внимательно тогда осматривать. Так, я нашла брелок. Отлично. Так. Может, вот здесь что-то? Ну, как-то здесь вообще ничего не очевидно так. Ну, куда идти? А, тут что-то еще осталось. Круглая плитка. Хорошо. Сюда, что ли, она? Нет. Сюда. Да как нет-то? Плитка. А куда она может вообще подойти, эта круглая? Вся комната покрыта растениями. А может быть, так просто вообще воспользоваться? Нет? Не выйдет? Ну, здесь явно не круглая плитка. Окей, давай, где совет? Туда. А, вот, точно. Так, и чё? Вот на чё. Так. Угу. Так, фиолетовая, черная. А, нет, вот сюда вот эту штуку надо вообще. Подождите-ка. Во! Отлично. Так. Оранжевый, зеленый. Так, зеленый. Сюда оранжевый, значит.
Отлично, вот и красочка. И чё вот мы должны нарисовать, объясните мне. Вот чё-то рисуем, а чё рисуем, вообще непонятно. Нет, неверно. А, раскрасьте все поля с помощью кистей и красок. Соседствующие поля не могут быть одного цвета. Ладно. Не могут быть одного цвета. Хорошо. Это зеленый был, да? Ну, пускай это будет красный. Значит, вот этот будет желтый. Желтый. Очевидно, что здесь синий. Очевидно, что здесь может быть желтый. Ага, то есть вот это нельзя, да? То есть вот это красный по-любому. Ну ладно, пожалуйста. В чем проблема-то? Что не так с этой кистью? Ладно, хорошо. Красный. Ага, вот он что. То есть желтый-зеленый. То есть здесь в любом случае либо... Вот здесь красный в любом случае. А вот здесь синий в любом случае. Соответственно... Здесь что у нас может быть желтый? Желтый синий. Значит, здесь зеленый не может. А вот это можно красить, нет? Или нет, подождите. Нет, это нельзя. Это понятно, что можно. Так, Красный нельзя. Красный здесь стоит. Значит, как-то по-любому зеленый. Желтый и синий здесь. В любом случае. Желтый и синий. Так, здесь. Синий. Красный нельзя, потому что он здесь. А, кстати, можно его вот так поменять. А давайте-ка поменяем реально. А нет, синий здесь не может быть. Синий и желтый здесь быть не может. Остается только зеленый. Зеленый здесь быть не может. Тогда здесь все верно. Да, красный тоже здесь не может быть. А, красный, ну туда, тут очевидно, что здесь только желтый может быть. Так, вот здесь значит что-то не так. Как-то интересно. Зеленый здесь быть не может, но может быть синий. Отлично. Здесь это получается синим быть не может, но может быть, например, желтый. Нет, желтый скорее всего здесь. А здесь тогда? Зеленый. Угу. Что-то опять не так. Что-то где-то не сходится.
Отлично, мы сделали это. Так, плитка. Кусок пазла. Так, пазл, пазл. Нет, пазл не здесь был. Пазл был здесь. Так, ладно. Цифры на каждой стороне рамы показывают, сколько плиток должно гореть в каждом ряду или колонке. Нажмите на плитку, чтобы зажечь ее. Так, тут 3. Ну, очевидно, здесь 5. Очевидно, все так. В чашу попала земля. Чаша с землей. Надо какое-то сито, значит, найти и просеять. А может быть. А и так найдет. Так, второй символ идет за четвертым. Не третий и не четвертый, это последний. Один из последних трех. Так, последний. За четвертым, не третий и не четвертый. Так, либо вот этот, либо... Не третий, не четвертый. Это не четвертый. Последний из трех. Это последний. Так, то есть, ну вот это последний, ладно, все. Он есть. Забыли, это 4, 5, 6. Шестой. Шестой. Ну, может, вот этот человечек? Давайте посмотрим. Нет, это не человечек. Есть. Первый. Так, это второй, Z. Так, это вот пятый. Это шестой. Это четвертый. Ну, получается человечек. Вот теперь точно человечек. Так. Вот такая штукенция. Потом П и. И буковка М. Опять. Где она тут? М и какая-то. Слушай, у меня мало времени. Собери все элементы. Это единственный способ помочь мне. Прости, ты была права. Нужно было послушать тебя. Мне пора. Он преследует меня.
Я знала, что здесь что-то не так. Кто преследует его? То существо, которое угрожало мне? Да. Ну что ж, ребят, продолжать мы будем в следующей серии, пока какая-то игра создает интересные, странные впечатления. Все вообще нелогично. Ничего не понятно, куда чего тыкаться. Сюжет как-то раскрывается крайне смутно, непонятно. Все запутано. Ну, эта запутанность, наоборот, не как в детективах, там все это интересно, а наоборот, как-то напрягает. Просто тыкаемся наугад. Ну что ж, я думаю, может быть, в следующих сериях все наладится, но пока так все. Что ж тогда, всем до новых встреч, пока-пока.